Здравствуйте, дорогие братья и сестры, станичники и все жители Зеленчукского муниципального района. Сегодня в такой непростой день, обращаясь к вам, мне хотелось бы процитировать слова, сказанные нашим архипастырем, владыкой и священным начальником Пятигорской и Черкесской епархии архиепископом Феофилактом. Родные мои, братья и сестры, вновь сегодня с тревогой и печалью вспоминаю слова Господа и Спасителя Христа. Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий дом или город, разделившийся сам в себе, не устоит. В нашем кавказском доме мы знаем, насколько горькие плоды любого разделения не понаслышке и не только из уроков совсем еще недавней истории может принести любое нестроение. Эти дни зовут нас объединиться в любви к Богу и земному Отечеству, которое Он нам дал, любви к нашим семьям, к родным и близким, ко всему, что дорого каждому из нас. Всеми силами сейчас нужно защитить наше единство, которое теперь пытаются разорвать изнутри, защитить Родину. «Особо молюсь, — говорит Владыка, — сегодня о братьях-казаках и наших доблестных воинах, о том, чтобы Господь согрел их веру, укрепил их дух, дал мужество быть верными служению своему Отечеству. Помолимся вместе, моя родная паства, о том, чтобы Господь сохранил Россию. Ваш с любовью и молитвой, Феофилак, архиепископ Пятигорский и Черкесский. Родные мои, прислушаемся к словам нашего Владыки и помолимся еще и еще раз о всех, кто защищает рубежи нашего Отечества, кто стоит и отдает свою жизнь, защищая его интересы».